Всем привет! Сегодня 31 декабря 2015 Серьезно? года. Это последнее видео мое, видимо, из 2015 года. Мы у наших старых-старых друзей. Максимально старых друзей. Сейчас я вас с ними познакомлю. Это Александр Сторублев. Сторублев, как правильно говорить? Рублев. Просто Рублев. Не евро. Ман долларов. Ман долларов. Да, кстати. Пока ты. Если бы ты был 70 рублей, то ты был бы ван долларов. 73 уже. Так, ну, со вторым человеком пока вас не могу познакомить, потому что он занят. Переодеванием. Да, переодеванием. Без меня. Вот, Анастасия тут у нас красится. Не показывай. Нет, покажи, где у тебя глаз один накрашен, давай. Не два так. В общем, мы отмечаем Новый год недалеко от дома, буквально в трех домах, двух. Пьем ром, вот. Не радуйся. Александр жизни. Нам делает мохито. Он в прошлом бармен. Вот пить-то осталось? В прошлой жизни, а? Потом, на что пить-то? Анастасия, на что пить? Бухенькая. Оставили мы деньги. Осталось ли у вас на что пить? Бомжи такие, мужики, а бомжи пошли. Анастасия, короче, прочувствует кризис. Кстати, что это за тема? Зачем вот так вот крепить? А хер знает. Красиво просто и все? Типа да. Может, лучше туда тогда? Ну, хочешь, спихай туда. А где мой? Это мой? Да. У тебя вообще, знаете, какую дольку? Там у тебя сплошной лайм. Крутяк. Ты его сравни. Это мой? Это твой. Что ты все съел? Так, ждем, пока Сима выйдет. Вот так вот ребята живут. Принтер. Грустно. Компьютер. Гитара. Саш, ты сыграешь на гитаре для моего видео? У тебя будет примерно 200 просмотров. 200 тоже хорошо. Сейчас. Давай. Стульчик из Икеи. Это и не языки, из моего салона красоты. У Саши два салона красоты. Посмотрите, как живет человек. Два салона красоты. Ты аккорды смотришь? Да. Сегодня будем смотреть, как Путин нас поздравляет всех. Скоро, кажется, я ем. Я слышал защелочку, значит, сюмбель вышла. Ты пока смотри аккорды. А ты где, не переодела же вообще? Да. Симбель — это такое татарское имя, для тех, кто не знает. Это девушка Саши. Ну, может, и жена когда-нибудь. Я не могу заикнуться об этом. Не заикнуться об этом. Саши мы познакомились в 2012 году. Нет, 2013, наверное, да? 2013. Саша проводил ночь кино. Мама, я люблю. Да. Да. Я проводил ночь кино, провожу. Кстати, у нас еще заказчик из Уфы появился. Да. Саш, ты знаешь, вот я тебе скажу на видео, в тайне, короче, для тебя. До сих пор я и Анастасия отпрашиваемся на ночь кино у наших родителей Насти. Хотя ночь кино уже год не проводится, сколько. Давай. То, что и спите с ней только по субботам. В общем, играет Александр... Песня «Анаконда». Мама, я люблю кокаин. Мама, я люблю сатану. Мама, я некрофил. Мама, я предал страну. Мама, я люблю тратить деньги на шлюх. А все потому, потому что я крут. Ладно. Сначала был мощный. Я сдамся. Сначала был мощный. Я пью мохито, думаю, что я богатый, а я просто пидор. То есть парень гей, ты знаешь? Чё? Он три раза пел, успел в этой песне, что он гей. Саш, я что-то не знаю. А вот цена такая, вот смотри, вот если вы спите здесь, вот на этом диване, да? Кто спит вон там? Кто? Да ладно, не врите, вы приютили кого-нибудь. А, кстати, вот это вот Love, это Love Radio же, да, по-моему, наклеечка? Нет, это Сашина Love. Что это Сашина Love? Короче, с этой фигня он мотался в Уфу, uh-huh. Там на какую-то вечеринку, на какую вечеринку, и потом привез сюда, и то есть там надпись есть. О, это сердце проделало
1500 километров, прежде чем стать твоим, и не раскололось. Помни об этом в трудные времена. Твой бурый мишка. Ты романтик. Это твое платье нам. А что вы занимаетесь? Ого. Селфи без меня, значит. Кинули меня, значит. Иди сюда. Я пошел бухать. Мы это засняли, как ты пошел бухать. Мы играем в игру, называется она Бэнг. Бэнг. Тут все очень интересно про шерифов всяких, про других героев. Рос Логан. Андрей, ты бедовая Джейн. Я бедовая Джейн. Знакомьтесь. Это вам не всякая там ерунда, это бедовая Джейн, детка. Семейный. Насте приспичило в 12 часов ночи поиграть в игру. Ты драться будешь, что ли? Ну, типа, нет. Настя, в общем, этот телефон я подарил Насте, и как только она его взяла в руки, она скачала себе игру. Человеку столько лет она скачала себе игру. Что за... Еще пританцовывает. Настюша, вам не стыдно? Всем спасибо. Кому-то, что мы идеальная пара, там... За комментарии надо говорить. Не нужно. Настюша мне... пьянь не вообще. Она выпила очень много уже. Анастасия переоделась в другое платье. У нас же за вечер два платья должны поменяться. Мы же мажоры какие-то, как Руслан говорит. Я, кстати, вот когда в Москву переехал, этот... Куда ты переехал? Приехал. Из аэропорта в Аэроэкспресс садиться, нужно же билет купить. Я купил билет и за 3 минуты потерял его, представляешь? Я пришлось купить еще один, а он стоит 500 рублей примерно. Охренеть. Вообще жизнь такая. Вот, 500 рублей просрал, можно сказать. Теперь мы пьем пинаколаду. Еще они на такси за 2500. Это я пью пинаколаду. Ну, в смысле, ты пьешь, ты а я пью мохито. Ты не натурал на сегодня. А Настя пьет пинаколаду. А Настя? Ой. А на Настя? Кстати, меня везде все так зовут. Ананаси. Кидай кубик ананаси. Она же татуаж тоже ананаси. Кидай кубик. Вот и наступил 2016 год. Тут у нас играет гимн Российской Федерации. Это Александр, Симбель и Анастасия были вот с нами, со мной. Бля, вы смотрите фигню, а не бухайте? Это же не онлайн-трансляция. Это странно. Ладно, ладно. Ну ладно, вы все расходите фигню. Это же не перископ. Не я держу GoPro в руках, чувак. Их же можно, нельзя их синхронизировать? Я не знаю. В общем, я выпиваю свое желание, Анастасия уже проглотила свое желание. Я выпила. А, желание ее горит. Симбель выпила очень большое желание. Саш тоже выпил, я видел, как у него застряло оно в зубах. Я надоел. Вот здесь мое желание булькает. Называется. Гордимся с тобой. Ну курс рубля, сука, это пиздец. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Куртка, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Ведь мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. И вот и все. Еще раз. Ну, а по факту, мама пинаколада, с нами две девушки сидят, никого не пиздим мы, превратились из мужиков, из ребят. Мама больше не анарха. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Наши смехи в наших слезах и пульсация перемен. Перемен.
перемен. Где твой подарок? Правой или в левой руке? Правой. А есть? А, не помогай, не помогай. Прикинь, это кольцо, он ее замуж зовет. Настя. Ну, давай. Правой. Левой. Давай, дари. А тогда еще не открыла. Все равно приятно. А что там такое? Что там, ну-ка? Не скажу. Ну скажи. Ну скажи. Я знаю, там уже по надписи можно понять. А что там за надпись? Ну я хотел, короче, не зря повторить. Она так обломала меня, угадала это. Я подумал, придумал, пошел, принес на карточку. Я мне подарок сертификат. Ну, сертификат Литуаль? У меня сейчас будет куча клёв в нижнем белье. Ну, покажи, насколько... Ну, дай посмотреть. Ну, на коробочке дай посмотреть. Ну, дай. Энканто, что это? А чё не миловица? А Энканто вообще классный. У кого-то будет хороший секс. Знаешь ли, без этого вообще прекрасно. Ну, ладно, ладно. Где это Энканто? Да он во многих этих торговых центрах есть. И сейчас мой подарок. Давай, твой, теперь твой подарок. Сейчас, прикинь, тоже, тоже на нижнее белье. Тоже на нижнее белье. Как ты догадался? А, ты вы вместе, блядь, давайте. Ну, короче, он меня просил. Ладно, он свой не упаковал. А я в своей очередь... Он и так красивый. Я в своей очередь не нашла красный носок. Даже я нашел красный носок. Я даже сказал, где красный носок поиск. А, он там, я могу даже пойти поискать? Да. Ну давай. Она его просто недавно туда положила, видимо. Да, по-моему, давно. Там столько вещей впереди. О, я не могу встать, слишком крепил. Она же буквы я попала. Прикинь, подарок не нашла. О, она вспомнила, прикинь, последний момент. А, не, она сейчас накидывает. А при чем тут носок? Ну, носок, подарок, да. Ну, носок, куда подарки засовывают. Ну, Рождество это, конечно. Рождество же. Ну, на, только носок верни. Там деньги, прикинь. На развитие бизнеса. А, он ее порвал. Ты о чем думаешь? Я там не нашла. А я о чем думаю пока что? Нет, там он... Мог это вот как мне Андрей вчера дарил телефон, я такая у нее спрашиваю, это что? Ну? Сертификат? Да, да. Куда? Ну куда? Я тоже считаю, что разжалел. Iron Club! О, крутой подарок! Спасибо. Крутой подарок. Я тоже хочу спортзал. А я тоже хочу спортзал. А что вам тебе подарил, Настя? Мышку Apple. 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 Я? Он мне телефон, платье и себя. Офигеть, 6 месяцев. Утро, что проваливаешь? Офигеть, 6 месяцев? Прикинь, да. Но! Еще Iron Club, кстати, хорошее место. Тебя спасибо. Чё ты их не снимаешь? Ну, чихня уже. Вместе пойдем выбирать? О, вот это надо снять. Подожди, так не прикольно. Это должно быть для него что-то необычное. Я уже столько необычного им показывала. Вот видите, как... Настя, это камень в твой огородик. У Симбель Саши было столько необычного. У нас столько необычного было за этот год. Начиная с прошлого Нового года. У нас больше. Вот у них больше. Я уже не могу надеваться от этого необычного. О, опять необычное. Можешь просто, может быть, пенсионерская поза. Ну ладно, ладно. Через неделю, даже через неделю. После раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно, хорошо. Хоть и 20, как в прошлый раз. Я такой, мы когда не думали, я думаю... А, я трахаюсь, без меня вся не сыпалась. Хватит! Нет, я это оставлю.